друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов, также Илья. Мы находимся на борту самолета Boeing 737-800, летим на высоте 10 тысяч метров, скорость 850 километров в час. Мы отправляемся в Турцию, покажем вам, как отдыхать в Турции зимой. Сейчас уже декабрь месяц наступает, поэтому все про это подробно узнаем. Мы скоро будем приземляться, и сейчас я покажу, что происходит в аэропорту в Турции, какие правила. Смотрите, и когда мы садились в самолет, нам дали декларацию о здоровье, ее нужно обязательно заполнить, вот, и на выходе будем ее отдавать. Так, вот как выглядит эта декларация, ее также могут вам дать в турфирме, можете дома ее заполнить. Вот, тут написано вот на турецком, здесь написано на английском, мы заполняем только вот ту часть, которая написана на английском. Суть этой декларации в том, чтобы ты написал, какой ты классный, какой ты здоровый, вот, что с тобой все хорошо. Надо, короче, максимум себя нахвалить, типа. Да, то есть не болел, нету никаких признаков, никаких покашливаний, никаких поперхиваний, вот, то есть все нормально. Спортсмен, отжимаюсь 100 раз от пола. Да. Подтягиваюсь на турнике 50. Пресс качаю 1000 раз. Так, на борту самолета нам дали водичку. Вот. Это все дается. Ну, единственное, что дается бесплатно. Смотрите, декларация здоровья. Вот сзади меня идет бортпроводник. Получается, все собрали в самолете. Вот, то есть по прилету ничего не нужно никому отдавать, потому что в каждой стране все по-разному. Где-то это собирают уже на выходе. Сейчас все собрали в самолете. Вот. В принципе, удобно очень. Вот. И, ну, это на случай того, если вдруг там нужно указать ваши места, если вдруг ваш там сосед, у него обнаруживают коронавирус, то вас тоже потом садят на самоизоляцию. Да. Ну что, мы уже начинаем снижение. У нас, откуда мы вылетели, небо было затянуто. Вот, то есть аж два слоя облаков пролетели, наверху было солнце, все-таки солнце, оно есть, вот, потому что я когда был, то есть постоянно небо было затянуто, вот, и сейчас мы уже начинаем снижение, и тут опять я вижу, идут облака, вот, так что, наверное, в Анталии, по прогнозу, вроде, Илья говорил, там были дожди, но посмотрим, что будет, вот. Direct access message number one. This is a fastened seatbelt announcement. Что-то нам сказали. Пока мы снижаемся, минутка интересной информации. Илья мне только что дал жвачку. Покажи, как она выглядит. Короче, все началось с того, что снижается давление, у нас снижается высота и снижается давление, вот в бутылке видно, как она сплюснулась. Сплюскивается бутылка, да. Да. И в ушах тоже сейчас мы заметили такую типа штуку, что заложило уши. Я вспомнил, что если взять жвачку, пожевать, то разлаживает уши. И я предложил Лёше. Да, это предыстория идет. Да, да. Как сделали, типа, маркетологи жевательных вот этих подушечек. Да, смотрите, вы всегда жуете, я думаю, всегда берете две подушечки, правда? Вот, почему? Илья расскажет. Руководство компании, типа, наняло маркетологов, сказали, что у них упали продажи, короче, и надо что-то сделать какую-то рекламу, какой-то маркетинг, чтобы повысить продажи снова. И вот один маркетолог в рекламе просто показал, как человек ест две подушечки. Да. И с тех пор все стали жевать сразу по две. Они, например, так раньше покупали пачку жвачек в неделю, а ели по одной подушечке. По одной, да. А теперь они стали есть по две и покупают пачку каждые три дня. И продажи выросли ровно в два раза. Да. Благодаря вот такой простой рекламе. Да, видите, я думаю, все едят по две подушечки. То есть видите, как на вас с вами влияет реклама.
аэропорту мы приземлились. Сейчас покажу, что будет происходить в аэропорту. Смотрите, для тех пассажиров, которые летят с температурой, мне, ну вдруг такие есть. Ага. Мне получается в Борисполе померили температуру. И я краем глаза посмотрел, какая температура, там показывает 34. То есть, походу, у них на 2 градуса он сбит вниз. Но я не знаю почему. Я не видел, вот. Я не смотрел. То есть, есть люди, я знаю, которые... наверное, мы просто после улицы. Ну да, мы, наверное, на улице было холодно, вот, а наш меряет, получается, руку, показала 34 градуса. Да, да, наверное, мы с улицы просто. Да, если вы с температурой, то... Если бы она померила мои уши, то там было бы, наверное, 4. Да? Наверное. Вот. То есть, вот если заходите сразу после улицы, то видите, оно как-то меряет поверхность кожи. Вот так. Да, да. Есть такое. Кабин крю, давайте самый кросте. Welcome to Турция. Welcome. Или как правильно? Welcome to Turkey. Turkey. Yeah. Гамарджоба. Сейчас будем проходить. Гамарджоба, это привет. А вообще, ты чекюра дарим. Это спасибо. Вот, а привет, мэраба. Мэраба. Все. Словарный запас обновился. Местная купюра лира. Вот. Ну, температура плюс 23. А, да, кстати, сказали, да, температура где-то плюс 23 градуса. Идем по территории аэропорта. У меня что-то вкус не было. Ну да, постоянно какие-то разные эти. Я тоже прилетаю в разные. Здесь какой-то фонтанчик. Обязательно антисептик. Только на меня что-то не работает. Тебе в ручку плюнул антисептик? Да, да. Мне не захотел. Здесь, кстати, стоят тепловизоры. Все, прячу камеру, а то меня заберут. Сейчас проходим через тепловизор. Тепловизор прошли. Сейчас будем проходить паспортный контроль. Смотрите, какая очередь. Все, выключаю камеру, а то тут могут отобрать. Ну что, прошли мы контроль. Сразу на выходе из контроля стоят вот эти вот антисептики. Есть туалеты. Вот, кому нужно, кому не нужно. Все было очень быстро. Это не про то, как я сходил в туалет, а про пограничников. Вот. То есть быстренько взяли штамп, паспорт, штампик, все. Вот, смотрите, аэропорт. То есть я смотрю, только, по-моему, наш самолет прилетел и все. Здесь походу есть обменники, дозаторы эти. Антисептики вообще на каждом шагу стоят. Вот. Ну, в аэропорту можно обменять немножечко, небольшую сумму, там $10, если срочно надо так. А так лучше, конечно, менять в городе. Есть также duty free. Вот, это на тот случай, если кто-то купил в своем duty free и нечаянно, разбил бутылку по дороге. Вот. Да. То есть, ну вот так вот. Ну, или выпил. Но мне кажется, вряд ли кто-то пьет в самолете то, что купил в duty free в городе, да, потому что это запрещено, правильно? Может, кто-то там вытянул случайно. Ну, говорю, да, либо потерял, вот. Да, вот он купил там бутылку чего-то и потерял. Можно здесь купить это все. Ну, вот. Так. Мы сейчас ждем нашу сумку и будем выдвигаться в город. Так, идем забирать нашу сумку. Смотрите, здесь даже, видите, специально такие штучки, чтобы люди не скапливались. То есть они блокируют большое скопление людей. Вот. Так, ищем нашу сумку. Жду свой чемодан. Чемодан Ильи приехал. Вот ты упаковывал, я, кстати, не оборачивал в пленку. Да. У тебя здесь еще прилог котика, да? Да, да, это котик такой. Здесь написаны контакты, да? Да, да, тут Viber есть, Telegram. Ага. Все, я не буду показывать твои контакты. Вот. Почта. Тут есть, кстати, вот подписаться на мой канал. Вот, видите? Так, ждем мою сумку. Кстати, мне сказали, что здесь якобы сейчас очень дешевые сумки, если распродажу найти. Вот, если найду какую-то нормальную сумку по низкой цене, наверное, эту выброшу свою, а новую куплю. Мы, кстати, попадаем на черную пятницу. Вот, поэтому посмотрим, какие тут будут распродажи. Мне говорили, что распродажи будут просто. Ну,
да, интересно, кстати, у них только в пятницу работает черная пятница, или она уже началась как бы всю неделю? Ну да. Как у нас? У нас, потому что, ну, многие типа всю неделю, типа как в черную пятницу. Ну, в основном у людей такие, видите, сумки яркие, но у меня сумка отличается от всех, ее видно издалека, я специально выбрал такого цвета. Сейчас она приедет, увидите. Потому что все стараются покупать цветные с опознавательными знаками. А моя вот заметная, и все. Идем? Так, мы прошли, у нас, кстати, только что проверили все вещи, просканировали. Это выборочно делается, то есть мы им показались какие-то подозрительные. Здесь, кстати, на выходе продается мобильная связь, сейчас узнаем, что почем. Кстати, вот, есть прайсы. Так, мобильная связь. 25 гигов стоит $51. 5 гигов где-то стоит 30 с чем-то долларов. Ну что, здесь, кстати, есть банкоматы. И вот мы выходим на улицу. Вот она, легендарная надпись. Welcome to Antalya. Только людей сейчас мало и на улице прохладно. Ну, я имею в виду, что прохладно, потому что когда я сюда приезжал, здесь была жесткая парилка. Сейчас, кстати, можно в футболке ходить. Что-то я одел кофту, испугался. Меня так запугали. А сейчас, кстати, тепло. Очень комфортно, кстати. Я бы сказал, это как у нас летом вечером. Да. Вот. То есть иногда нужно одеть какую-то курточку там сверху. Но сейчас, в принципе, вообще отлично. Вообще, да. Вот такие дела. Сейчас будем искать нашу стойку нашего туроператора. На выходе из аэропорта, смотрите, стойки туроператоров. Вот вы выбираете, каким вы прилетели. Вон у нас Анекс-тур. Вот стоечка стоит. Стоянка с автобусами вообще пустая. Сейчас мы на нее выйдем. Стоит 4 автобуса. 92-30. Так, 92-30. Вот наш автобус. Смотрите, вон еще вдалеке стоят автобусы. Но там много автобусов. Я не знаю, они кого-то ждут, не ждут. Погрузили наши вещи. Сейчас будем уже отправляться. Антисептик. Есть. Течет. Короче, в Турции, я вот когда последний раз был, уже штрафовали на улице туристов, если ходишь без маски. Да. Штраф, по-моему, там $100 или 100 чем-то. Но сказала девушка, ее штрафанули. И сказала полиция, оплатишь, когда будешь вылетать. Вот. И она думала, внесли в какую-то базу. То есть на границе ей ничего не сказали. То есть спокойно прошла и все. Ну что, приехали мы к нашему отелю. Здесь какая-то строечка или парковка. Вот. Здесь у нас только завтраки. А я вам расскажу, какие вообще новые правила в стране. Это просто жесть. Это просто жесть. Это просто пипец. Это вы сейчас пипец, узнаете это. И просто офигеете. Начнем с того, что в стране перезапретили курить. Это самое... Безобидно. Не, ну как запретили? Ну, можно, так, ну, типа... заходим. Смотрите, я буду делать отдельно обзор отеля. Но отель, было написано, открылся в 2019 году. В принципе, он не убитый. Он новенький, да, как бы? Да. Ну, то есть, нету какого-то запаха постороннего вроде. А, хотя я в маске, но непонятно все. Смотри, на входе надо написать два имени. Алексей, Илья. Ну, заполняем вот небольшую анкетку. Подожди, first name или last name? Не, вот тут пишешь Алексей, Илья, потом наши фамилии, то есть все просто. А потом здесь ты пишешь, я в курсе эпидемической ситуации. Подожди, я, как, здесь. А как Алексей пишется? Алихеу. Али. Алихе, X, Y. А, не, а, не Алиху, а Алихеу. Хотя в загранпаспорте по-другому написан. Все, давай. Давай, я напишу. А здесь мы подписываемся, что мы в курсе, что в стране, короче, полная жесть. И мы на свой страх и риск приехали сюда отдыхать. Вот. Так, ну что, мы заполнили все данные. Мы сейчас на первом этаже, сказали, наш номер находится внизу. Я уже встретил на ресепшене своих подписчиков. Подожди, мы сейчас, если на нулевом, наверное, минус один. Подписчики сказали, что это самые худшие номера. Да, да. Ну, в принципе, вот лифт, все отлично здесь, я не знаю. Все сразу доплачивают. $20, говорят, чтобы жить в хорошем номере. Да. Говорят, даже не идите туда, просто доплатите и все. Вот. Ну, я как бы никогда не привык доплачивать. Вот куда сели, туда и сели.
О, Z13. Да? Да, это наш номер. Так, карточка у меня есть. Карточка, да. Итак, ну что? Та-да-да-да-да-да. Запашок? Есть. Какой-то запашок есть. Сейчас ставим карточку. Так, я вставил карточку, а оно тут все отвалилось. Подожди, ну зато, кстати, все заработало. Давай ее вставим. О, отлично. Так, ну, что сказать? Я бы сказал. Такой, даже в камере свет не блымкает, ну так чуть-чуть поблымкивает. Но мы уже утром, я вам сделаю подробный обзор отеля, потом сделаю завтрак. Да, три кровати даже есть. Вот, да. Розеточка, ну это как в общаге прям такое. Да, да. Не, ну все такое свежак. Ну да. Я бы сказал... Вид, ну, правда, на стену, кстати. Мы живем в подвальном помещении, кстати, с тобой. Ага. Но это будет утром видно. Ты видишь, там стена, надо наверх смотреть, чтобы видеть улицу. Да, да. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас расскажем про новые правила. Да, про номер чуть позже уже, да? Ну, когда будет день, я уже покажу все в обзоре отеля. Отель небольшой. Вот, одним видео сниму все и про еду, и про это, потому что мы здесь только на завтраках. Да, одним кадром реально. Вот. Хо! Так. Так у нас что-то тут... Тут шикарный балкон. Ну да. Но есть, сейчас плохо видно. Здесь гудят какие-то кондиционеры еще. Да. Вот такое вот. Как будто бы вертолет садится. Ну да. Я всегда уже мечтал жить возле вертолетной площадки. Да. Так, и по новым правилам, что рассказывать? Смотрите, в стране запрещено курить. Сказали, если кто курит, это нужно уходить куда-то там далеко-далеко, и что вас никто не видел. Вот. Да, да, на остановках нельзя вообще. Да, то есть места, вообще, да. То есть скопление. Да, потом... не работают ни кафешки, ни рестораны. Что мне понравилось, Турция, это в принципе кафешками и ресторанами. Поэтому мы выбрали городской отель. Я думал, мы будем ходить. Тут эти донер-кебабы классные делают. Эти ограничения ввели буквально там где-то неделю или две назад. Да, вот. Неделю-две, ну там 10 дней назад вот такое ввели. И про курение раньше можно было курить везде. И кафешки, и рестораны, ну понятное дело, ну типа там... То есть, да, нигде не посидишь. Только на вынос. Да, кухни в номере никакой нету. Будем что-то брать, не знаю. Ну, супермаркеты работают, это хорошо. Потом мне писали подписчики, что здесь есть комендантский час какой-то по выходным, типа вообще. Но нам про комендантский час никто не говорил, да, ничего? Ничего, просто то, что в масках надо ходить. Мы находимся в городе, где живет много местных, и тут мы обязаны. Ну, если бы мы были в Кемере, там, где туристический именно город, то там можно без масок. А тут, как живет много местного населения, обязательно надо носить. Да. Как бы, вот. Ну, то есть, я повторю, что тур взяли 125 евро на человека с перелетом, с проживанием. Вот, то есть вот в таких условиях мы будем находиться теперь все это время. Напишите, как вам. Ну, это, конечно, это самое, да, жесть, то, что рестораны. Не, ну они только на вынос работают. Ну, на вынос они работают. Ну да. Но я видел, вообще много закрыто было, то есть и не на вынос даже не работали. Ну, короче, будем смотреть. А, ну то, что порадовало, то, что гид сказал, что, в принципе, с 11 до 4 можно купаться. Да. Что, ну, хорошая температура, как бы люди купаются. Но это тоже посмотрим потом. Да. Так что эта поездка у нас будет без все включено. Потому что я вам жаловался, что я в поездках обычно поправляюсь. Тут еды вообще нету, только есть завтраки, но там в описании вписали какие-то ужасные завтраки. Вот, но это в описании, это в отзывах. Хотя я приехал, отель пока что, вот этот Citrus Park Hotel, ну, в принципе, ну, как нормальный отель, то есть все, в принципе, не такое убитое, все новенькое, вот так вот. Поэтому, как вам сказать, для супербюджетного варианта, я считаю, в принципе, отлично. Но 125 евро с перелетом, проживанием 7 ночей, я считаю, это очень мало. Вот, конечно, не лакшери условия, но все так скромненько, чистенько, пока что нормально. Вот, поэтому посмотрим, что здесь и как дают на завтрак. Это уже в других видосах. Сейчас покажу наш ужин. Вот. Вот. Что мы будем сегодня есть на ужин? Это будет быстрый обзор ужина. Смотри, здесь два бутерброда. О!
Вот наш всё, ужин. Сегодня с голода не будет. Да, это самый быстрый обзор ужина на отдыхе, который у меня был. Чайника в номере нет, ничего нету. Ну, даже да. Мы здесь никакую вот эту лапшу быстрого приготовления мы здесь не запарим. Вот. Надо было чайничек брать. У меня, кстати, дома был для путешествий. Я что-то не подумал взять. Так, мы немножко разложили свои вещи, и я тебя приглашаю на ужин на террасе. Давай. Вот. Давай возьмем наши бутерброды. Я откажусь с удовольствием. Давай, давай. Так, мы выходим на улицу. Давай, выбирай любой столик, который тебе нравится. Давай, в отеле, вот. Я думаю, маску можешь не носить. А. Вот. Потому что тут прям запугали так. О, смотри, есть лимоны. Лимоны, мы уже не пропадем с тобой. Вот. Осталось найти, где тут текила растет. Да, да. Телека печет. Так, ну можем, кстати, возле лимонов и сесть. Вот здесь такой ветерок есть. Да, есть. Ну, как бы, в принципе, ну я думал, прям зима-зима тут будет. Но здесь не такая зима. Вот он наш ужин. Бутерброд обыкновенный, очень вкусный. С тунцом? Да, с тунцом. Прикольно. Да. То есть, когда выбора нету огромного, вот бутерброд прям вообще супер. На то привыкли к этим столам. Но все включено. Супер. В отеле, кстати, как из нашего автобуса вышла пара. Вот мы четвером заселялись. Парень с девушкой. И он сказал, мы были здесь неделю назад. И они вот сейчас вернулись. То есть сказали, мы здесь узнаем, посоветовали. Ну, чтобы мы доплатили, но нам за номер все равно. Говорят, $20 поселят в номере получше. Сейчас выбежал в футболке. И они тут занимаются спортом, побежали бегать вдоль набережной. Я понял, здесь красивая такая набережная, мы ехали. Вот, сейчас придемся погуляем. Или вот. Побегаем. А? Ты взял эти спортивные одежды? Ну, кроссовки есть, шорты есть, ну и футболка тоже есть. Ну, в принципе, вот так. Да. Ужин удался на славу. Вот, так что... Сейчас бы еще чайку какого-то. Ну да, вот. Но тут, в принципе, все продается, но как бы это в лирах написано. Так, у нас, мы еще ничего не поменяли пока что. Сейчас, может, найдем обменник где-то. По-моему, сколько? 4 лиры, да, там одна? Доллар? 8 лир примерно сейчас. После прекрасного ужина мы идем обследуем территорию. Смотрите, вот мы вышли из отеля. Здесь вот такая вот темная-темная зона. Только что проходил один человек мимо нас, кстати. И он шел без маски. Тут еще тоже какой-то Луна Сюит Хотел какой-то. Ну, они все такие небольшие, такие классные. Тут, кстати, вот ресторан есть, кстати. Он все без масок сидят, все работает. Ну да. Цены... суп 30 лир. Ну, у нас даже лир с собой нету. Единственное, если карточкой рассчитываться. Вот. Так что ресторан работает. Мы только что зашли в магазин Migros. Надо сейчас узнать, до скольки он работает. Но к чему я говорю, что у нас были только доллары. Здесь очень удобно. То есть дали $10. Оно показывает курс. $10 это 79-71. Угу. И сдачу она дала в лирах. То есть вышло 8.20, короче, 71.50 она дала сдачу. Вот так вот. То есть очень удобно менять деньги вот именно здесь вот в Migros, если что. Да, просто тут в основном все кафешки и заведения, они же рассчитаны как на местных. Ну да. Основная валюта это лира. Да. То есть в курортных таких городках, там типа больше может доллары распространены. Ну там все под доллар типа ну, привязано. Да. Тут больше под лиру именно. Поэтому вот удобно, не нужно искать никаких обменников, зашли в магазин, что-то купили и все. А как ты будешь есть орешки тут же? Это нут, кстати. Надо под этим как его, да, под маску. Жареный, жареный нут, или маленькую дырочку сделать в маске и так есть. Да. А это типа кофе, холодный кофе. Прикольная тоже тема. Я очень рад, что мы приехали. Здесь реально тепло, не нужно ходить в куртке. Вот проехала, кстати, полиция следит. Потому что здесь даже если ты едешь один в машине за рулем, тоже надо маску. Чтобы ты в маске был, людей штрафуют за это. На этой прекрасной ноте заканчиваю видео. Мы в Турции. Илья в Турции. Да. Опа, видите, человек без маски, все, повязали. Приехал этот ОМОН, или как их там, повязали человека.
Жандармы. Да, жандармы, точно. На этой прекрасной ноте заканчиваю видео. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. И самое главное, путешествуйте. Обязательно подписывайтесь на канал и на наши инстаграмы. Ссылка под видео и ссылка на канал Элит тоже под видео. Всем пока. Да, пока.